Научные сотрудники возьмут сразу несколько анализов для точного результата. Напомню, что массовая гибель сизых голубей произошла накануне. В центре Сочи люди в панике наблюдали, как около полусотни птиц замертво падают с деревьев. Мы просили происследовать на вирусное заболевание, в том числе опасное для человека, это как птичий грипп, по бактериальной инфекции, а также исключить человеческий фактор, это отравление на яды ряда фосфидов и других. Специалисты отметили, что птичьим гриппом голуби вряд ли заражены. Еженедельно в управлении ветеринарии поступает информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире. Сейчас Россия свободна от этого вируса, так как перелет диких птиц еще не начался. Если потребуются дополнительные исследования, результаты обнародуют лишь 10 октября.